Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Веловива», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Вашему вниманию сегодня на обозрение предоставляется велосипед немецкой марки «Бергамон», модель «Rockstar 4.0». Модель 2015 года, имеет колесо 27,5 дюйма. Это велосипед горный, рассчитан на езду по пересеченной местности, но также хорошо на нем кататься и по городу. Резина здесь стоит Schwalbe, мягкая, которая не шумит. По городу будет хорошо проходить. Велосипед конструктивный. У него самое хорошее качество, это то, что у него переклики. Задняя диод. Это основной показатель при переключении. Когда у вас велосипед четко переключается передача, это всегда приятно. Сзади стоит диод. Итак, к основным конструктивным вопросам. Колесо 27,5, спицы из нержавеющей стали, обода идут пистонированные, ротор стоит 180 мм, у велосипеда идет тормозная система Tektron 300, вилка здесь обычная, хорошая, сантуровская. 100 мм вход. У вилки стоит локаут. Вот здесь включается и выключается амортизация самой вилки, а также есть предлоу. Это преднагрузка. Закручивается вот этот винтель на определенное количество оборотов, сокращается максимум пружина внутри на 2 см. Таким образом мы можем распределять нагрузку по весу велосипедиста. Больше вес — больше сжимаем, чтобы лучше сжималось. Меньше вес велосипедиста — надо больше отпустить, чтобы лучше отрабатывала на неровных дорогах вилка. Руль здесь классический, для бергамонта классный. Переключатели Alto стоят. Количество скоростей велосипеда 3/9. Монетка 3 слева. Это передняя и задняя, 9/9 монетка. Велосипед комплектуется шатунами шимановскими. Здесь идут звезды 22, 32 и 44 зуба на этих звездах. Звезды съемные, имеют возможность заменить. Можно их заменить. Перекидка передняя Altus, задняя Dior. Dior на 9 скоростей. Жесткая, классная, хорошая перекидка. Сзади стоит кассета, тоже хорошая, 9-скоростная. Велосипед продается в киевском велосипедном магазине. В наличии остались только размеры 44 и 56. При моем росте на данный момент, надеюсь, так он и останется, рост у меня 1,76 м. Я стал, как раз для меня подходит данный велосипед. Мы убираем его. Вот, я стал. Тут чуть-чуть есть зазор небольшой, но это для горного велосипеда соответствует. Вот, при росте 1,78 м, а не 1,76 м, этот велосипед ко мне не подходит идеально. Рама велосипеда 42. Вторая рама. Довольно-таки хороший велосипед. Приходите в киевский велосипедный магазин. Будем всегда рады вам помочь, подсказать. Если какие-то вопросы, звоните. Мы вам всегда рады будем ответить. Большое спасибо за внимание и до новых встреч.